Ну что, добрый вечер, наши красавицы, умницы, активистки. Меня зовут Мадина, я являюсь мастером продаж в Атоме, а также мастером по массажу лица. Я хотела у вас узнать, так как это не первый эфир, кто-нибудь практикует? Я знаю, да, бывает то, что забываешь, или лень, или не получается, но кто-нибудь практикует этот массаж, и, может быть, уже какие-то изменения вы почувствовали? Так, вот Елена Вырвина, я, делаем. Круто. Мадина Сармен, я вижу, она видео отправляет постоянно, круто. Так, Эльмира. Ага, межбровка еще не ушла, работаем. Иногда, ну хорошо, уже хорошо. Утром, супер, Мира. Я бустером, ага. Делаю каждый день, Эльмира, и смазал, супер. Давно делаю массаж, круто вообще, это супер. Когда есть время, стараемся, утром и вечером. Ну, отлично, я очень рада. Так, давайте перейдем к демонстрации экрана. Так, прошлый раз презентация не сработала. Сейчас подскажите, пожалуйста, видно ли слайд? Видно, да? Все хорошо. Так. А сейчас тоже видно? Да. Все видно, да? Все хорошо. Ну что, начнем все сначала, да? Презентация, самомассаж. Это очень полезная вещь для нашего лица. Ну и вообще массаж в целом очень хорошо расслабляет наши мышцы, расслаблять наше тело, да, также и дело обстоит также и с лицом. Есть также еще направление face фитнеса, я, если честно, не рекомендую его делать самому, то есть это нужно заниматься с тренером, который будет сидеть рядом, прямо напротив, чтобы видеть, какие группы мышц тренируются. Но, если честно, на самом деле у нас мышцы лица, они сами по себе спазмированы. То есть они всегда в напряжении, потому что у нас постоянно мимика играет. И за счет этого у нас и получаются борозды, носогубки. Это все у нас формируется. Если совсем уже активная мимика, то, конечно, раньше времени появляются у нас заломы. Те, кто любит говорить много, кисетные морщины появляются. Потому что круговая мышца нашего рта, она спазмируется, то есть постоянно в напряжении, и за счет этого у нас образуются такие бороздки. Вот. И самая главная цель самомассажа – это расслабить мышцы, расслабить и растянуть их. То есть не надо нам их качать, наоборот, нужно все это расслаблять, это дело. И сами мышцы по себе, сами, они поднимутся, то есть благодаря, да, упражнениям, в результате мы получим лифтинг-эффект. То есть мышца сама рада подтянуться, расправиться и прийти в тонус. Вот. Что мы получаем от самомассажа? Процедура, да, обладает комплексным действием. Во-первых, улучшается кровообращение, приток крови тканям кожи улучшается, за счет этого улучшается обмен веществ. И как результат, уже с первого сеанса мы получаем свежий цвет лица. То есть уже если был до землистый, такой серый, то после мы уже получаем с румянцем на 1-2 тона однозначно светлеет кожа. Мадина, извиняюсь, также, да. Сейчас первый слайд или второй слайд пошел? Сейчас второй слайд. А, нам не видно второй слайд. Нет. У нас как будто первый слайд до сих пор стоит. Вот в прошлый раз такая же проблема была. Да.
Возможно, надо демонстрацию закрыть или и еще раз включить. Так, ну, остановить демонстрацию. Угу. Так, угу. Да, надеюсь, все... Может быть, я буду так, да. Без... А, да? А, попробую, да, второй слайд. Да, отлично. Так, все. Видно? Да, да. Хорошо видно? Все. А, также налаживается обменные процессы в коже, улучшается отток венозной крови и лимфы. То есть у нас отечность – это скопление лимфы на лице. И вот застойные явления эти дают нам такое одутловатое лицо. У нас все начинает, да? Щечки больше становятся, глаза, да, а на глазах мешки появляются и такой усталый вид. Вот, массаж помогает согнать эту лимфу, мышцы подтягиваются, потому что уже такого веса уже нет, не дает, да, отечность на лицо, и они, соответственно, очень быстро подтягиваются. Спазмированные мышцы расправляются, как я уже говорила, а те, которые потеряли тонус, наоборот, приобретают его. И в результате подтягивается у нас овал лица, то есть овал лица четче становится. Мешки под глазами уходят, усталый вид, мелкие морщинки очень быстро разглаживаются. Ну, со временем, конечно, могут и глубокие морщины разгладятся. Но смотрите, если у вас мимика очень активно работает, то есть должны работать. Вот. Если мы улыбаемся, здесь у нас гусиные лапки появляются, это нормально. Но если у нас мимика в таком как... то, конечно, с ними нужно работать, потому что здесь уже мышцы спазмированы, их нужно расправлять и расслаблять. И также здесь снижается выраженность постакне. Вот проблема многих после акне, да, у нас остаются такие пятнышки. Благодаря тому, что лимфоток улучшается, кровоток, да, приток крови к коже, здесь именно вот эти места питаются кровью, они заметно осветляются. Ну и со временем вовсе исчезают постакне. Благодаря массажу мы можем помочь глубокому проникновению наших средств. То есть это в первую очередь наши ампулы. У кого нет бустеров, только своими руками можно помочь продвинуть еще глубже, да, глубокие слои нашей кожи ампулы. Также и другие средства. И сейчас мы уже перейдем, да, нет, у меня еще есть тут слайды некоторые, про лимфу. Вот. Все тело наше, во всем теле у нас есть, да, лимфоток, лимфоузлы, лимфатические каналы. Это своего рода дренажная система у нас, которая собирает всю грязь, да, всю грязь, бактерии, вирусы болезнетворные, пропуская через вот эти узелки, вот здесь видите зеленые, да, такие они, ну, как мешочки, пропуская через эти узелки, и на выходе выходит чистая лимфа, которая омывает наше тело, которая снова опять собирает все эти болезнетворные бактерии и снова начинает фильтроваться в этих лимфоузлах. Как вы видите, у нас на лице вот очень много лимфатических каналов, так как на лице у нас есть естественные отверстия, через которые могут попасть, да, болезнетворные бактерии, вирусы и все остальное очень легко и быстро. И на страже у нас стоит вот эти лимфатические каналы. То есть это глаза, нос, рот, уши, через которые могут попасть все плохое. Вот. Лимфа у нас двигается снизу вверх, и качается она только активными движениями, то есть благодаря работе мышц. Я на YouTube выставляла видео,
лимфодренажное упражнение, да, с утра очень полезно делать, так как это полностью со всего тела сгоняется лимфа. Очень быстро очищается. Соответственно, мы в итоге получаем уже уменьшение объемов нашего тела, потому что в основном у нас преобладает отечность, которая дает нам такие объемы. Если делать эти упражнения, то вы уже через неделю или две увидите, что объемы вашего тела стали намного меньше, хотя вес стоит тот же. Так, это что касательно лимфы. Будем ее сгонять с лица вниз. Для этого мы будем разрабатывать, разогревать зону декольте, так как здесь тоже очень много лимфатических каналов, и будем это все сводить подмышечные впадины, так как здесь получаются центральные, да, лимфатические каналы, через которые уходит все это вниз. Так, ну, здесь показаны стрелками массажные движения, которые мы проводим всегда от центра к периферии, то есть всегда начинаем от центра и в сторону, никак не иначе, то есть отсюда не ведем себя, потому что все это у нас лимфа здесь, отечность здесь скопится, нужно все даже вот на глазах, да, круговыми движениями ведем от наружного края глаза к внешнему и спускаем вниз. Также и массажные движения. Также сейчас слайд видно? Видно, где стрелки на лице? Да, где стрелки. Да, да. Угу. Все хорошо. Используя крем для век, также используем эти упражнения, да, вокруг глаз. Не наносим крем прямо на веко, под глаза, да, именно по орбитальной косточке. То есть здесь мы чувствуем, да, кость нашу, и только там мы точечным движением наносим крем, а потом уже скользим. Так, ну вот по массажным линиям, я думаю, что всем понятно, ну, многие практикуют, уже знают. Так, этапы самомассажа. Начинаем с разогрева зоны декольте, шея, голова, лицо. Но голову можно оставить на потом, то есть после того, как все закончим. И второй этап – это нанесение сыворотки. Лицо, шея, декольте. Слайд не переключился, где стрелки с лицом. А сейчас? Сейчас. Также стрелки у нас. Почему-то она автоматически, демонстрация приостанавливается. Ну, я вижу, что уже многие одели ободки, готовы. Да. Все вам ручки помыли, умылись, молодцы. Хорошо. Да, попробуй сейчас. Видно слайд, да? Нет. Нет? Тоже слайд. Ну, в принципе, уже, да, нам понятно, ты уже сказала. Да, понятно, да. Сначала разогрев, а потом нанесение. Ампулы мы наносим частями по лицу. То есть сначала нанесем на одну сторону, сделаем упражнение, потом на другую сторону снова упражнение и на верхнюю часть. Потом, кто хочет, может еще и сюда нанести. Все это покажу. Ну, я думаю, что все. Проблема у нас с презентацией постоянная. Так что... Давайте тогда начнем уже с нанесения. То есть сначала разогреваем, да? Разогреваем декольте. Для чего мы разогреваем? Для того, чтобы у нас вся отечность очень легко сходила. То есть если мы сразу перейдем к массажу лица, отечность у нас скопится здесь, и у нас еще больше лицо станет. Сразу, и он прям вот сразу после массажа лицо вот такое вот одутловатое. Потому что здесь... мы не наладили дренажную систему. То есть здесь нужно разогреть, очень хорошо размять, потом еще немножко помассировать так вниз, чтобы дать все это выйти с лица, да, а потом уже начать разминать наше лицо. Итак, давайте начнем с декольте. Массажными, обычными, простыми, круговыми движениями все это очень хорошо массируем. Не кожу, да, стараемся глубоко промассировать, потому что наши лимфатические каналы находятся не под кожей,
А под мышцами, да? Очень хорошо, прям. Если есть покраснение, то это очень хорошо. Но, конечно, не делаем себе больно. Разминаем очень хорошо. Благодаря этому массажу также у вас расправится платизма. Это такая тоненькая мышца, которая никуда не крепится, да? То есть она не крепится к костям. Но со временем из-за этого она начинает собираться. То есть здесь у нас появляются морщинки, такая дряблая кожа становится, а ее нужно просто напросто разгладить, как утюгом. И она разглаживается, то есть там уже не остается морщинок. Все это ведем к подмышечной впадине. Так как здесь у нас очень большое количество лимфатических каналов. Поднимаемся вверх. Работаем по линиям. Да? Первая линия. Раз, два. Под ключицей. Три. И хорошо разминаем. Можно прогладить прям как утюгом. Очень хорошо. Все вниз. Здесь. Также можно размять очень хорошо, покачать вот такими вот движениями. Так, здесь хорошо видно. То есть здесь сделать такой помпаж, прокачать нашу лимфу. И прогладить, да, между пальчиками. Вставляем нашу ключицу. И проглаживаем. Сейчас, минуточку. Так, и переходим к другой стороне. Тоже такими же массажными глубокими движениями доходим до подмышечной впадины. Очень хорошо разминаем, стараемся размять наше декольте, чтобы подготовить уже к дальнейшему массажу. По линиям также двигаемся. Первая, вторая. И третья. Под ключицей. Все, выводим подмышечную впадину. Берем ключицу между пальчиков и прокачиваем. Вот такими движениями можно, круговыми движениями. Также я видео показывала, как растянуть шею, да? Кто делает упражнение? Очень полезное упражнение, растягивает нашу шею, делает ее такой вот длинной. Теперь начнем, да, массировать шею сверху вниз с массажным движением. Здесь стараемся сильно не давить, особенно вот срединную часть, да, потому что у нас возник рефлекс, хочется откашляться. Все это ведем вниз. Прям берем по челюстью, хорошо массируем, ведем вниз, вниз, вниз. И здесь тоже хорошо прям массируем. Можно очень быстро, активно проминать все это. Так. Почему мы не гладим? Потому что неудобно, нет скольжения. Будет неприятно, мы будем сейчас растягивать кожу, будут болезненные ощущения. Поэтому нужно круговыми движениями медленно спускаться вниз. Ну и также, да, работаем по двум линиям. Не заходим на центр, да. Прям под челюстью и вниз, 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 вниз. Быстро опускаем под челюстью. Под углом молодости, да, и вниз, вниз. Хорошо разминаем,
Так. Теперь за ушами тоже, перед ушами и за ушами тоже есть у нас лимфатические каналы. Их нужно тоже разогреть. Берем каким образом, пальчики складываем, рогатки, да, и берем между ушами. Все это очень хорошо, прям интенсивно проглаживаем, чтобы прям уши, ушки наши двигались вверх и вниз. Очень хорошо проглаживаем. Можно круговыми движениями, можно вниз, вверх, вниз, вверх. Вот так вот. Сзади можно очень хорошо вот прям промять. Так, все, спустились вниз. Теперь переходим к моделированию лица. То есть начинаем мы снизу. Берем нашу челюсть, прям косточку, и очень хорошо проминаем прям между пальцами. Здесь захватываем. С другой стороны, да, большими пальчиками. Хорошо проминаем. Угу. Таким образом мы формируем угол молодости. То есть все наши брыльки будут подниматься. Очень хорошо, да, прям. Вместе с косточкой прям можно так вот подвигать туда-сюда, туда-сюда. И доходим до конца угла молодости. Здесь у нас тоже подбородок очень спазмируется часто. Здесь можно размять хорошо, прям круговыми движениями. Разминаем круговыми движениями. И плавно переходим на другую сторону. Здесь также между пальцами держим челюсть, нашу нижнюю. Так, и разминаем. Очень хорошо разминаем. Подвигали. Прям почувствуйте мышцу. Она разогревается. Доходим до угла молодости. Ну, я уже чувствую, что вот эта вся часть, она уже горит, такая горячая. Прям. Теперь берем от центра ткань. Да? Не кожу, да, прям полностью берем. Сейчас, минуточку, я извиняюсь. Здесь мы разминаем очень хорошо нашу мышцу, ведем ее в сторону. Сейчас. Разминаем это все в сторону от центра. Прям вот берем ткань и выводим ее сюда. Можно также размять, да, ткань. Я делаю вот, вот таким вот образом. Между пальчиками разминаем и выводим. Так, не тянем, не надо тянуть от себя, да, просто разминаем, не надо тянуть в стороны, вверх, вниз, просто взяли и размяли между пальчиками, раз, 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 и на другую сторону взяли, от центра размяли, перешли на другую сторону, на другую часть, размяли, перешли. Размяли, перешли. Между пальчиками очень хорошо размяли. Так. Угу. И здесь можно валик прокатать. Взять
не отрывая, прокатываем валик. Сливаем всю жидкость вниз. Опять же. Прокатываем просто. И вниз. Теперь таким же образом можно размять или прокатить валик, да, от угла наших губ. Просто протаскиваем валик к ушной раковине козелка. Здесь можно растянуть и спустить. Опять же, берем валик, протаскиваем. Можно, кому нравится, тоже так же вот размять между пальчиками и доводить до козелка. Также и с другой стороны. Размять, либо валиком прокатить. И то, и другое будет очень эффективно. Так, алтынгуль берите прям по-хозяйски, да? Не на поверхности, а вот прям взяли. Да, вот хорошо. И разминаем в сторону ушей. Теперь валик можно. Валик. Носогубки тоже. Они здесь у нас спазмированы. Их тоже проминаем. Очень хорошо. Вот здесь прям хорошо нужно промять между пальчиками. Можно даже немножко здесь задержаться. Вы чувствуете, да, что здесь прям такой плотный валик. Прям у носа берем, от крыльев носа. Не отсюда, а вот отсюда, потому что здесь у нас эти проблемы начинаются. Проминаем очень хорошо между пальчиками. Вот здесь хорошо прям нужно пройтись. И очень важно, до конца выводим. Прям до конца. До висков. Потому что мышцы у нас расположены вот таким вот образом. Да, крепятся к скуловой кости. Их нужно вот так прям приподнять. Хорошо размяли. Так. И валиком можно пройтись, взять, поднять. И валиком прям, не отпуская его. Вот здесь у нас ткань заканчивается. Это нормально у всех так. И валиком. Также делаем с другой стороны. Прям. Края крылья носа берем, проминаем. Очень хорошо. Между пальчиками проминаем. Хорошо. Здесь вот мы чувствуем прям уплотнение такое. Это уплотнение нам нужно разбить, сделать мягче. Чтобы мышца освободилась от спазмированности. И доводим до ушей. Очень хорошо здесь размяли. И теперь прокатываем валик, чтобы согнать всю скопившуюся жидкость, которая здесь у нас есть. Будет немножко болезненно. Это говорит о том, что мышца очень спазмирована. Ну и поднимаемся вверх. Отсюда тоже можно валиком прокатить. Очень хорошо. Просто прокатить валиком. Также с другой стороны. Так, что насчет глаз?
Берем здесь, закрепляем, да, внешнюю часть нашего глаза просто пальчиками. И здесь вот от края глаза по орбитальной косточке, то есть находим здесь орбитальную кость, и одним пальчиком круговыми движениями не надавливаем, просто мягко массируем, расслабляем нашу круговую мышцу. Первая точка, вторая точка. Очень хорошо. Мягко массируем, не давим. Третья точка. Ну и здесь можно край глаза. Так пройтись до 5 раз достаточно. Теперь также здесь вот находим нашу кость орбитальную. Таким же образом проводим пальчиком круговым движением по точкам. Раз, точка. Два, точка. Три. Так, 3-5 раз проводим. Так. Теперь другой глаз. Мягко массируем, не доставляем себе боль или какой-то дискомфорт. Делаем все очень, чтобы было приятно. До 5 раз проходимся. И с верхней части тоже. Теперь, как поднять веки, можно приподнять. Поставили руку над бровью, не на бровь, а над бровью, приподняли и начинаем любым пальчиком, как вам удобно, круговым движением двигаться вверх. Прошли эту линию вверх круговыми движениями. Теперь вторую линию тоже круговыми движениями массируем вверх. Очень хорошо массируем. Здесь уже не будет больно, поэтому здесь не жалеем и надавливаем очень хорошо вверх. Так вот по трем линиям, да, проводим вверх. Так мы проходим тоже до 5 раз. Кому не лень, можете до 10 раз. Брови однозначно, веки наши поднимаются очень хорошо. Вот даже на меня посмотрите. Одна бровь выше. Да. Опять же, здесь фиксируем над бровью и по трем линиям идем круговыми движениями по орбитальной косточке вверх. Вверх. Еще раз вверх. Вторая линия. Вверх. Круговым движением вверх, как спиралевидные такие движения должны быть, что вверх, вверх, вверх подняться. Вверх, вверх. Здесь можно прихватывать и внешний уголок глаза тоже вверх, вверх, вверх. Все, брови на уровне. Теперь перешли к лобной, к разогреву лобной части. Да? Здесь мы разогреваем кулачками. То есть от центра прям берем и такими пилящими движениями поперек, да, этой линии вверх. Все, выводим вверх. Потом переходим на другую линию. И так отрабатываем весь лоб. Строго вверх по одной линии. Одна за другой очень хорошо разогреваем. Можно двумя руками, чтобы, да, не терять время. Делаем синхронно, переходим по линиям. И доходим до висков, тоже поднимаем все вверх.
такими пилящими движениями. Так, теперь от центра накладываем руки, да, вот по центру. Здесь у нас шов внутри. И начинаем раздвигать наши мышцы лба в сторону. То есть мы сейчас их разогрели, а теперь начинаем растягивать очень хорошо. Прям протягиваем, вот прилепились и протягиваем в разные стороны. Прям чувствуем это натяжение. Вот и все. Здесь у нас должен быть массаж головы, но это мы оставим потом после, потому что сейчас мы будем переходить уже к лицу. То есть нанесите тонер. Нанесли тонер, а затем подготовьте свои ампулы. У кого есть ампулы, если нет ампул, сыворотки любые. Не так больно, как в первый раз. Ну, круто. Значит, уже мышцы более-менее уже расслаблены. Я тут, к сожалению, чата не вижу сейчас. Подождите. Так. Теперь берем ампулу любую. У меня абсолют целый. Да, я делаю каждое утро, тут совсем не больно. Ну, круто вообще. Мышцы, значит, расправляются. Уже спазм прошел. Очень хорошо. Это хороший показатель. Все готовы нанести. Сначала наносим на одну часть лица. Любую, какую хотите. Нанесли и распределили. Пока она скользит очень хорошо, начинаем наш массаж, который поможет очень хорошо впитаться. Так, молодец, круто. Давайте берем, да, наши ладошки от центра, опять же, да, прорабатываем нашу челюсть вверх, подхватываем второй рукой вверх. Вверх. Можно между пальцами пропустить нашу челюсть. То есть вот таким вот образом. Кому неудобно, можно просто разгладить. Пытаемся разгладить. И выводим все вверх, вверх, вверх. Так, у меня что-то зависает. Так. Вверх, вверх, вверх. Проработали нижнюю челюсть. Меня видно хорошо? Что-то у меня все зависли. Да, все видно, слышно. Пожалуйста. А, все хорошо. А, теперь от уголка, да, нашего рта тоже поднимаем вверх, прям полностью ладошкой. Проглаживаем, как утюгом. Можно одной рукой, можно вторую руку подключить и прям хорошо проглаживаем от уголков губ до козелков, вот до сюда. Вверх, вверх, вверх. Очень хорошо проглаживаем. Ампула хорошо впитывается. Теперь от носогубки поднимаемся по скуловой, да? Часть, вот такая вот траектория до висков. Прям можно заходить за зум, просто волос. Поднимаемся вверх.
Так, очень хорошо, прям проглаживаем. От 5 до 10 раз. У нас есть такая ткань, которая по всему телу находится, это фасция. Такие движения очень хорошо запоминают, то есть память у нее. Вводите вверх до висков. Она запомнит это положение, и эта часть будет постоянно натянута. Все, переходим теперь на другую часть. Наносим ампулу. И такими же движениями начинаем прорабатывать просто вверх, вверх, вверх. Очень хорошо. При этом не скользим по коже, а стараемся прям захватить мышцу, разгладить ее. Очень хорошо. 5-10 раз одна линия. 5-10 раз вторая линия. Теперь от уголков губ тоже вверх. Вверх. Начинаем. Поднимаемся всей ладонью. Заменяем второй рукой. Также поднимаемся всей ладонью. Очень хорошо прям проглаживаем глубоко. Всей ладони, прям всей. Смотрите, вот, вот так раз. Всей ладони. Прям ткань натянулась здесь вверх. Поднялись вверх до висков. Вторая рука подключается. Тоже прям всей ладони. Угу. Хорошо. До висков. От носов губок вверх по скуловой кости. Все, поднимаем вверх. Можно наклониться вперед, если шея устала. Не напрягаем шею, стараемся не напрягать заднюю часть шеи, так как она может укоротиться из-за спазмированности мышц. И просто наклоняемся и вверх. Вверх, вверх, вверх. Поднимаем все вверх. 5-10 раз. Угу. Скользим прям по скуловой кости. Теперь зона лба. Наносим ампулу. Здесь аналогично также. От центра начинаем тоже все вверх. Чувствуете, как сыворотка ампула очень хорошо впиталась. То есть здесь уже от нее ничего не осталось, можно сказать. Сухая кожа, но при этом очень увлажненная. Вверх поднимаем все вверх тоже быстрыми такими движениями. Угу. Вверх по всему лбу до роста, до линии роста волос, прям вверх, 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 вверх. Мышца лба очень хорошо будет разглаживаться. Стараемся доводить до линии роста волос, так как здесь у нас мышца не заканчивается, она идет дальше, вот здесь еще. И очень хорошо проглаживаем вверх. Так. У кого межбровка есть, можно также такими размять очень хорошо нашу межбровку, у кого она есть. Прям хорошо разминаем.
между пальчиками. Очень хорошо. Очень хорошо разминаем. У кого она есть, постоянно, если делать, межбровка здесь расслабится. И дальше вытягиваем. Ну, это лучше на сухую, конечно, делать. Просто недавно кто-то писал, что межбровка не разгладилась. Очень хорошо вот так вот разглаживается. Всю ампулу мы нанесли, кожа у нас сухая. Я обычно остальные уходовые средства, то есть это есть у вас сыворотка, лосьон, наношу, то есть аналогичным образом, то есть наношу и также делаю массаж, чтобы полностью все впиталось, потому что я не люблю, когда остается на коже, у меня и так кожа жирная, и ну, как бы, когда блестит, это выглядит не очень, очень красиво. Поэтому я остальные, да, средства наношу также. Но здесь мы можем либо нанести так же, чтобы все впиталось, либо сделать лимфодренаж. То есть всю отечность разогнать. То есть нанесли лосьон, крем, что у вас есть. Лосьон, крем. От центра, да? Ручки складываем. Треугольник от центра прям. Вот так вот складываем. И делаем упор вот на эту, на этот треугольник. И прям очень хорошо вытягиваем в сторону. И вниз. Так можно делать 5-10 раз. Центр. Хорошо прям. Очень хорошо прям надавливаем. Как будто хотим натянуть лицо. И нижнюю часть также. Здесь уже можно вот так вот просто провести и вниз. Захватить очень хорошо, плотно прям. И прям по нижней челюсти очень хорошо пройтись к углу молодости. И вниз спуститься. А обязательно все спускаем вниз. Сливаем нашу лимфу. И лоб. Здесь тоже у нас отечность скапливается. Поэтому лоб тоже вот такими движениями очень хорошо проглаживаем. И вниз все спускаем. Все спускаем вниз. Можно вот так вот, как удобно. Можно вот так вот прям хорошо. Можно вот, ну, как удобно вам. Можно нырять в ваши ладошки и подниматься. Все спускаем вниз. Здесь можно прогладить очень хорошо прям. Тоже двумя руками. Не поверхностно, а прям чуть надавливая, чтобы активировать наши лимфатические каналы, чтобы они разогрелись, чтобы лимфа хорошо спустилась вниз. Здесь также очень хорошо прям. Хорошо все спустили вниз. Почувствовали, как лицо разогрелось? Вот. Такими движениями можно согнать лимфу, либо если вы хотите, чтобы средство хорошо впиталось, то уже вот такими разглаживающими движениями. И на выходе мы получаем увлажненную, но при этом очень, ну, такую сухую кожу. То есть ничего не липнет. Нет такого парникового эффекта между кожей и средством. Вот. И массаж головы. Так, массаж головы. Спускаем волосы. Начинаем массаж
от кончиков ушей, да, по бокам. Вот. И круговыми движениями поднимаемся вверх, вверх, вверх к макушке. Елена, круто. Это травяной спрей, да, я так понимаю, да. Вот он классно будет работать вместе с массажем, классно. Улучшается у нас кровоток, плюс благодаря вот спрею он быстрее впитывается. Сейчас еще подожди немножко, хорошо? Средство очень хорошо впитывается. Так. И идем по линиям также. От кончиков ушей, потом сюда переходим, к вискам, все поднимаем вверх. Те ткани, которые мы уже здесь поднялись, поднимаются еще выше, потому что здесь у нас также есть мышцы. То есть эти мышцы за собой тянут остальные, которые у нас на лице. И вверх, вверх. То есть делаем это интенсивно. Лучше, конечно, с утра делать, получить порцию бодрости. Сзади также. Хорошо массируем круговыми движениями. Причем массировать нужно не по поверхности кожи, да, а прям глубоко. Почувствуй себя, вот, Елена. Хорошо, прям глубоко массируем. Почувствуйте ткани. Потому что с возрастом у нас здесь есть сухожильный апонеуроз. Это как шапочка для плавания. Она просто плотно прикрепляется к черепу и все, и не двигается. Соответственно, да, у тех, кто постарше возрастом, начинают падать волосы, облысение начинается, часто головные боли. Поэтому, чтобы не допустить, этот массаж очень хорошо поможет для профилактики залипания апонеуроза. Делайте на постоянной основе. Волосы будут очень хорошо расти. Меньше будет выпадать. Ну, а вместе со спреем, так, конечно, густота волос увеличится. Я своему мужу делала массаж также и наносила спрей. Классный был результат. И до сих пор держится, потому что спрей травяной. Все. Так, почувствовали бодрость. С утра классно делать этот массаж. Разогрелись, прям красной девицей стали, да. Спрей сказка, столько новых волосиков. Я в восторге. Да, крутой спрей. Вот, в принципе, и все, весь наш массаж. В чате я отправляла, да, что будет подарочек. Поэтому, пожалуйста, практикуйте, делайте фото до и после, после окончания марафона. Мы с Микой выберем победителей. Ваши результаты выставим в Инстаграм. И я вам подарю сеанс массажа, либо если вы находитесь в другом городе, не в Алматы, отправлю подарочек. Подарочек я склоняюсь к скрипку гуаша, либо роллеру. Вот это будет лично от меня подарок для вас. Да, здесь спасибо, Мадина. Здесь очень много благодарностей. Лицо спасибо. Горит. Мадина, супер, прелесть. Спасибо, как всегда. Огонь. Да, очень классно позанимались. У меня лицо тоже горит. Так классно. И расслабление. Я чувствую, как ты сказала, что спазмированы мышцы, мы даже этого уже не замечаем. Mm-hmm. А когда вот проходились валиком, то прям больно было. Да, вот здесь, да. Только здесь, да. Mm-hmm. Да, такой релакс вообще. И попасть в руки Мадине, конечно, это очень крутой подарок. Кто да, доведем ваш результат еще прям до идеального. Я вам гарантирую результат с первого сеанса. Кто смотрит записи? Да, кто смотрит записи еще не в Атоме, регистрируйтесь в команду Мадины, она еще и мастер продаж, еще и мастер по самомассажу. Супер. Да, шикарно. Расслабляешься и спать охота, пишет Айна. Ну, значит, перед сном такой массаж.
кто не может уснуть, у бессонницы тоже вот класс. Угу. Ну, вот массаж головы очень хороший. Сармен, да, я очень рада, что вы пришли на эфир, хотя очень много, да, других эфиров обучающих. Хорошо, что присоединились, нашли время. Очень благодарна вам за это. Так, да, себе хорошо. Но когда это делает кто-то другой, это вообще, да, это кайф. Так что давайте. Еще неделя осталась, практикуйте даже за неделю, если будете интенсивно, с намерением, да, на то, чтобы выиграть, получится у вас. Главное – желание и намерение. Уголки губ поднялись. Это круто. Вот. Уже вы сами можете себе сделать результат за раз. Так как все включили камеры, предлагаю сделать фото наши традиционные, с ампулой. Какой мы заканчиваем. Мы с вами закончили. Для Владимира я оставила немножко, так как мы вдвоем пользуемся. Вот. Для Владимира оставила. А так уже можно начинать со следующего дня, завтра, да, уже третью ампулу. Можно ее сегодня раскрыть, ну, по желанию, да. Нету такого, что ее прям сегодня нужно смешать. Когда хотите, смешивать. Ну, вот завтра уже, чтобы пользоваться ей. Да, сейчас какой ампулой вам хочется, давайте сфотимся, и это фото будет в чатах. Так, сейчас всех увидим, все такие красивые. Вот возьму две сразу ампулы, не знаю, видно мне. Так, раз, два, три. Так, отлично. Надеюсь, получилось. Так, сейчас сразу отправлю. Да, получилось отлично, я думаю. Посмотрите, в обоих марафонах будет это фото. Спасибо большое, Мадин, еще раз. Запись будет. И давайте до конца. Да, осталось совсем немножко. Всем пока-пока. Всем с наступающим вас. Наурызом, процветанию всем. Все, пока-пока.